Добрий вечір. Сьогодні у цудовному місті Гомель ми віншуємо усіх удільників лотереї зі святом 14 лютого. І дарим вам три чарівних історії гульців, закоханих у білоруській лотереї. Лотерейний білет вашого лото я купив у реалізатора в місті Вітебську. Іграв давно, вже перестав сподіватися, що можна виграти, але повірив, коли виграв. Оказалось реально. На авто буду їздити я вместе со своей семьей, женой с двумя детьми. Это будет наш семейный автомобиль. Кто гуляет, той и мае. Билет приобрели в городе Бережино, в Беларусьбанке. Ну, сыграть, как говорится, не удалось посмотреть эфир. Проверили в этот же день вечером через интернет. И вот мы здесь на передаче. Желаем всем удачи. Вот наш автомобиль, мы его выиграли. У нас просто слезы радости на глазах от счастья. То, что мы выиграли автомобиль для нашей семьи. Спасибо. Выигрышный билет мы приобрели в городе Солигорске в сберкассе при оплате услуг. Совершенно случайно. Предложили нам поучаствовать, мы согласились. И вот мы здесь. Данный автомобиль я хочу подарить своим родителям. У мамы был вчера день рождения. Будет такой подарок. Святы из вашей лото николи не скончаются, а реальный шанец на перемогу есть у каждого. Главное, памятайте, кто гуляет, то и мает.